вопрос, а как у вас это получается, придумать именно жизненную историю? Вы как-то из своей жизни черпаете или вот из жизни? Ну жизни? Да, сегодня даже на концерте я рассказала, что у нас второй блок состоял полностью из нашей жизни, мы это пережили. Некоторые шутки даже, которые произошли лично с нами. Лично со мной некоторые номера произошли. Когда садимся придумывать, всегда с ребятами знаем задачу, поставленную какую. Нам нужно понимать, что эти должны номера работать не актуальностью, а вечностью. Поэтому мы их придумываем, чтобы они работали вечно. Дети подрастают, они переживают те же самые истории, те же самые ситуации. Они узнают тебя. И я думаю, что вот то, что мы показываем, я не хочу сказать, это громко, вечность, но это действительно вечная проблема, потому что мы переживаем их, мы живем. Я не знаю, может быть, дальше будут у нас летающие тарелки, мы будем как-то, телепорт у нас будет какой-то, я не знаю, как дальше, да, мы и в компьютеры не верили. Вот. Но вот это останется всегда, потому что мы это переживаем, мы вот состоим из этого всего. Кровь там, жилки там. А вы впервые в Хабаровске выступаете? Нет, мы выступали с Алянкой. С сольным концертом, да, впервые. И я хочу сказать, что это отличное начало. Дай бог, чтобы дальше вот все города так же прошли, потому что атмосферно очень и приятно. И прям видно было, что мы вас ждали. Но как вы нас ждали, это было очень. А вот зрители вам задавали вопрос, что вам запомнилось все-таки от Хабаровска? Ну, пока всего. Ничего, мы прилетели. Не успели еще, да, посмотреть? Да, пока мы еще не можем. А чего ожидаете? Все-таки стереотипы же какие-то складываются обычно у людей? Лично я ожидаю, что все-таки мой номер нагрелся от печки, и я приду и лягу спать. Вот это я клянусь, я очень хочу выспаться. Если мне позволит город Хабаровск выспаться, я буду его помнить очень долго. Как вам публика вообще? Крутая. Потому что... есть публика, когда как-то гонишь номера. Uh-huh. Гонишь, вот смеются все. А здесь она умная. Uh-huh. Они додумывали, они прочувствовали взгляды. Несмотря на то, что атмосферно очень большой зал, uh-huh. и все-таки это не дом культуры, да, это не театр. Это все-таки как это, арена, да, называется? Арена. Uh-huh. Вот. И освещение не такое, да, профессиональное. Но все равно чувствовала, что они и со взглядов смеялись, они и подачи видели, и они додумывали шутки. Прям было очень круто. То есть есть все-таки чувство юмора у них? Есть чувство юмора, и самое главное, что здесь умный зритель. Это очень важно. Угу. Я обожаю умного зрителя. Просто вот один из игроков команды «Уральские пельмени» так давно у нас был, сказал, что вот у хабаровчан напрочь отсутствует чувство юмора. Вот как вы сказали? Скорее всего, он профессионал, ему, наверное, лучше знать.